Здравствуйте, друзья! С вами канал Изикеш. И хочу вашему вниманию представить многофункциональную платформу российских разработчиков Virex. Virex – это платформа российских разработчиков, многофункциональная, с хранением криптовалюты, а также приумножением, ну и продажей. По-другому сказать, это криптовалютный банк, в котором вы можете хранить вашу криптовалюту и приумножать фиатные деньги. На платформе представлены 19 криптовалют из топ-листа. Ну и доллары, рубли и евро. Здесь можно хранить криптовалюту, а также продавать ее на собственной мини-бирже без всяких процентов. Также можно вложить эту криптовалюту под проценты, где вы будете ее приумножать, ну и увеличивая свой капитал. Хочу показать, как зарегистрироваться в этом проекте. Нажмете кнопочку «Регистрация», заполните, только заполняйте, пожалуйста, свои реальные данные, то есть фамилия, имя, отчество, email, пароль, ну и еще раз повторить пароль. Ну и галочку «Я принимаю условия» и нажать «Зарегистрироваться». Потому что, почему говорю, что вам свои реальные данные представить, тут потом понадобится верификация. Верификация очень простая. Я ее прошел за полдня, то есть просто сфотографировал, как там просили, свои права. Ну и вместе с... просто права сфотографировал и сфотографировал себя вместе с этими правами, ну и отправил им на сайт. Верификацию прошел очень быстро, то есть никаких проблем, то есть не обязательно паспорт, то есть хватит одних, ну хватит одних прав. Вот так что зайду я в свой аккаунт, так как я уже здесь зарегистрирован и работаю уже, наверное, ну, месяцев, ну, не знаю, полгода-то точно, даже больше, наверное, я уже здесь зарегистрирован, войду. Кстати, когда, ну, зарегистрируетесь, ой, извиняюсь, когда зарегистрируетесь, установите двухфакторную аутентификацию. То есть для этого проекта, то есть она обязательна. Ну, то есть как бы не обязательно, но лучше всего, чтобы вас тут не взломали, не похитили ваши денежки. Лучше поставить двухфакторную верификацию. Вот я зашел в свой кошелек. Вот много валют здесь представлены на данный момент. В разработках у этой платформы еще несколько криптовалют добавить. То есть добавить кошельки других криптовалют. Здесь можно не только хранить ваши деньги, также можно и, ну, приумножать их.
заходите в страничку вклады, и вот вы смотрите, по каждой криптовалюте есть вклады в процентах. На каждую валюту их всего 4, а даже вот есть 3. Берете, допустим, ну, хранятся у вас где-нибудь те же самые там биткоины, латкоины, ну, без разницы, рубли, доллары. Вы их можете положить под проценты и хранить на этом сервисе. Нажмете вкладочку «Инвестировать», здесь есть 4 тарифных плана, которые вам помогут приумножить ваши финансы. Инвестиции начинаются от $50, ну и заканчиваются $25 000. То есть можете рассчитать свои инвестиции. Есть сразу с возвратом депозита от первых 3, ну а четвертый без возврата депозита. Но на данный момент это самый выгодный тариф. Допустим, вложите вы свои сюда $5 000. Каждый день вам будет приносить прибыль $35. То есть это 0,7% в день на 360 дней. То есть итоговая ваша прибыль составит $12 600 000. И еще хочу вам подсказать, что субботу-воскресенье проект не работает. Ну, как во всех организациях, он отдыхает. То есть вся прибыль идет в рабочие дни. А вот насчет вывода средств, я не знаю, выходные выводит, не выводит, потому что никогда это выходные не пробовал. Ну, посмотрим, может, попробуем с вами это сделать. Я здесь храню криптовалюту, а также у меня есть вклады в рублях, ну вот в эфирах у меня есть вклады, хранятся риплы, хранятся дигибайды, хранятся. Я потом, после того как приносят проценты у меня эти, я их продаю. Здесь у них есть своя, ну, типа биржи, торговля. Нажимаете вкладочку торговля, и вот вам представлены пары, на которые можно поменять денежки. Я тут, мне понадобились латкоины, ну, все свои остатки поменял латкоины, ну и вывел их без проблем. Вообще вывод, кстати, меньше стоит, чем на всяких криптовалютных биржах. Допустим, вот отправить латкоины, 0,01 латкоин комиссия. То есть если на всех биржах 0,1, 0,5 комиссии, тут комиссии очень маленькие перевода. А если вы будете со своими друзьями переводить деньги в этой же, ну, в этом банке между собой, тут можно и так переводить, то вообще будет без процентов. Также тут обалденная партнерская программа, то есть карьера просто многоуровневые, 11 уровней. Ну и вот каждый уровень, посмотрите, поизучаете, вам приносит проценты от ваших приглашенных партнеров. Ну и за каждый следующий уровень вы получаете премии от компании. То есть достигли вы звания холдер, премия вам $200. То есть холдер — это ваша инвестиция должна быть сюда, в этот проект, $500. Ну и оборот вашей компании должен быть $5 000. И вот проценты можете посмотреть, которые вам принесет ваши приглашенные товарищи. У меня тут вклады, ну, как я говорил, о редкоинах, Monero, Digibyte, Ripple, рубли и эфире. У меня есть уже тарифы, которые уже отработали. Вот был Monero у меня на 90 дней,
он уже отработал, я сделал реинвест, продолжил дальше зарабатывать. Также у меня еще где-то тут что-то, а вот в редкоинах отработало, в Ripple, в рублях и эфирах еще нет, но также сделаю реинвест и буду дальше продолжать зарабатывать здесь монетки, приумножая свою валюту. Зачем ей просто лежать на бирже, храниться, когда можно просто положить в банк, ну, не простой банк, конечно, Virex, криптовалютный банк, и приумножить свои средства. Приумножаю, продаю тут же на их же бирже, вывожу. Сейчас, если получится, покажу, что вывод работает. То есть я вот тут дигибайты продал на $20. Покажу, как выводится вывод фиатных денег. Производится на Pair и Advocash. Сейчас я нажму на паузу и потом продолжу, приготовлю, чтобы вам было все видно. Для того, чтобы показать вам вывод. Ну вот, продолжаю я записывать видео. Сейчас вам покажу вывод на платежную систему Advocash. Нажимаем отправить. Нажимаем Advocash. Вставляем свой Advocash счет. Ну, вбиваем сумму. Выведем $20, 51 цент. Нажмем отправить, так как у меня стоит двухфакторная верификация. Сейчас мы ее вобьем. И денежки выведется на платежную систему Advocash. Чуть-чуть подождем. Все, денежки ушли. Иногда это проходит очень быстро. В будние дни это сразу же прилетает. Не знаю, выходные ни разу не выводил. Сейчас мы и проверим. Я уже открыл свою платежную систему Advocash. Сейчас мы проверим, денежки сразу же пришли. Нет, еще раз перезагрузим. Пока нет. Значит, в выходные дни это все, наверное, происходит чуть подольше. Ну, маленько подождем. Я думаю, что все придет и без всяких проблем. Так что вот представляю вам, вашему вниманию, такой вот платежный сервер, не только для хранения ваших криптовалют, фиатов и всего остального, а также при умножении торговли фиатов. Работайте с этим сервисом, приумножайте свою криптовалюту и фиат. Давайте еще раз проверим, может уже и пришла транзакция. Да, вот она все. Ну то есть буквально прошло 30 секунд, транзакция пришла. Вот Virex, его транзакция пришла. Денежки платятся без проблем. Кстати, скоро Virex собирается на ICO. Будет выпускать свою криптовалюту, выйдет криптовалюта Virex, будет на RC20, покупать ее можно будет через эфиры. Если хотите работать с этим проектом, копите эфиры, покупайте ее криптовалюту. В будущем, может быть, она какие-то вам поблажки даст, эта криптовалюта, там в покупке или в переводах криптовалют. Так что, вот вашему вниманию такой проект. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайк. Будем зарабатывать. До свидания, друзья.